Мое почтение, товарищи винокуры, сегодня буду делать третий перегон односолодового виски. Да, ребят, я делаю три перегона перед тем, как заливать в бочку. Первый перегон — это перегон Брагио спиртсырец. Второй перегон — это дробная дистилляция. И третий перегон, ну, это по сути как гомогенизация. Сейчас вот у меня 8 литров здесь дистиллята 50%, и 15 литров дистиллята 60%. Это односолодовый дистиллят. Сейчас я его выливаю в перегонный куб, разбавляю до 20% по крепости, собираю аппарат простейший, прямоток, и начинаю работать. Какая схема работы? Выходим на максимальном, на 3,5 кВт, на максимальном нагреве. Нагреве выходим на рабочие параметры, на рабочую температуру. Отбираю буквально где-то 200 грамм первых, это в качестве голов, вновь образовавшихся. И далее отбираю тело на этой же мощности до 50% в общей таре. Не в струе, а в общей таре. В общем, смотрите видео, дальше все точно покажу и расскажу. Сегодня для работы использую самогонный аппарат Вен-6 Pro, 37-литровый куб с увеличителем. Дистиллят разбавил, сейчас собираю аппарат и начинаем работать. Ребят, оставлю ссылочку в описании на плейлист «Все о виске». Там вы найдете все видеоролики о том, как я делаю перегоны, как я ставлю брагу и т.д. и т.п. Так что в описании под роликом ссылочка на плейлист. Проходите, пожалуйста, смотрите. Включил индукционку на полную мощность, на 3,5. Смотрите, ставлю диоптер, внизу медный пыжик РПН-ки. Поставлю сейчас короткую царгу, в ней 30 сантиметров в этой царге, и засыплю медные кольца. Буквально 200 миллилитров сейчас отберу, этого будет достаточно. 86 почти температура. И поставлю вот этот большой бутыль. Все, этого достаточно. И теперь отбираем уже дистиллятик, который пойдет в бочку, в 30-литровую, на длительную выдержку. Сейчас замерил, в струе идет крепость 40. Так, 15, 16, 17, почти 18 литров. Уже отобрано 95,5 в кубе. Ну, эти градусники, сами знаете, могут и подвирать. Вот, так что ориентироваться на них особо тоже не надо. Лучше по крепости продукта ориентироваться. В общем, как и сказал, беру до общей крепости в банке 50. Ну вот, я закончил сегодняшний перегон. Третий. Ребят, у меня там небольшая оговорка была по крепости. Общая крепость в банке не 50, а 60. Вот, я там немного оговорился. Смотрите, температура в кубе 98,5. Сейчас я измерял примерно где-то 15% спирта в струе. Это я тоже отбираю. Все. Это у нас идет потом в общее болото и пойдет на ректификацию. Я собираю головохвостие, так называемое болото. Это именно вот солода. И также вот здесь жидкость-то спиртуозная, терять ее жалко. Все это пойдет дальше на ректификацию. Все идет в дело, ничего никуда не пропадает. Все, вот так у нас получилось 21 литр чудеснейшего, ароматнейшего солодового дистиллята крепостью 60% под заливку в 30-литровую дубовую бочку и на выдержку.
Сейчас замерил в струе 4% по спирту. Все хорош. А здесь 3,5 литра еще. Вот я отобрал. Так, выключаю индукцию. Достаточно. У меня довольно-таки много уже болота накопилось. Надо провести ректификацию уже. Так, а сейчас я иду в гараж. У меня бочка 30-литровая. Совершенно новая, еще даже не распакованная. Бочка от Григоряна из Майкопа. Надо ее распаковать и залить в нее водичку, чтобы она с водой постояла, посмотреть, может быть, какие-то течи будут. Ну, в общем, как положено все. Водичку залить, подготовить бочку и далее уже заливать дистиллят.